На прием пришли активные общественники, представители территориальных советов самоуправления, руководители предприятий, жители микрорайонов. Горожане поднимали вопросы взаимодействия с органами внутренних дел, интересовались охраной правопорядка, вопросами приобретения, продажи и покупки жилья в собственность. Особое внимание акцентировалось на сдаче жилья, как на длительный срок, так и во время курортного сезона. Также собравшиеся оценивали работу своих участковых. Все заявления и замечания были зафиксированы. Начальникам сочинской полиции даны соответствующие указания о проведении проверок и решении проблем в установленные сроки.